утренний алаколь. Сегодня половина нашего времени пребывания здесь. Мы на 25 дней, сегодня 12,5 дней получается. Вот. Фарид занимается саморегуляцией на берегу перед заплывом. Сегодня погода утром как-то немного испортилась, даже пошел дождик, тучки. Но ему все нипочем. Сейчас он позанимается, настроится и пойдет приплыть свои 5 километров. Значит, ну, это динамическая медитация, саморегуляция по методу Алиева. Мы этим занимаемся давно. Так что, я думаю, кто этим занимается, продолжает заниматься, он знает, что эффект конкретный есть. Сегодня половина нашего срока пребывания здесь. Утрами плаваем. Ну, я-то мало совсем. Парит гораздо больше, конечно, свои 5 километров утром. И вот он уплывает вдаль с этим буйком, будет плавать. Сегодня волны, как на настоящем море. Пасмурно, даже немножечко пошел дождик. Но все равно вода отличная, приятная, теплая. И так, кажется, я его опять потеряла. Не могу понять, где он. Да, он уже далеко отплывает.